Меня зовут Егорова София, мне 9 лет. Я занимаюсь лукострельбой, играю на фортепиано и изучаю английский. Я выступаю с фокусами, я выступаю уже 2 года. У меня первый раз был конкурс красоты, и нам сказали сделать художественный номер. Мы с мамой подумали и решили сделать фокусы. Подумали, какие фокусы можно сделать, и теперь в некоторых выступлениях я участвую в фокусах. Я снималась в фестивальном фильме «Жизнь». Он улетел на Канны. Мне нравится сниматься в кино. Уже первые ноты прозвучали. Во-первых, это выбор хорошей, классной музыки. Она прям вот... Мы сидели такие, у нас так резко поднялось настроение. Спасибо тебе за это. И ты вышла с таким же классным настроением. Мы уже непроизвольно, невольно уже тут танцевали. А касательно твоего номера, все было идеально. Особенно хочу отметить вот с купюрой, получается. Угу. Ну, вроде я сижу и вроде вижу, но хочу... понять, как это делать. Хочу где-то там найти ниточки или какие-то штучки, чтобы объяснить. Это или... магия. Хорошо. Я поверю тебе, Данияр. Успехов тебе. Это было классно. Спасибо. Честно. Так ты у нас еще получила курсы актерского мастерства в Москве. Ты у нас такая разносторонняя. Ты у нас девочка и магия. Продолжай. Спасибо. Хочешь пой, хочешь танцуй. У тебя... Я думаю, все получится. Кстати, можно вопрос? Вот деньги у тебя летали, а они могут увеличиваться? Ну, вот смысле, я тоже хочу. Да, пожалуйста, если да. Знаешь такое, ты то уже раскрой умеешь? Наш секрет. Да. Пока что еще нет. Мы тебе побольше заплатим. Ты когда научишься, ты нам позвони, хорошо? Напиши, хорошо. Мы хорошо, будем ждать. Молодец, танголотом саған қарап. Маған ең ұнаған фокус жаңағы напитиктермен жасаған. Есть. Біресе лимонад болып кетеді, біресе джушес болып кетеді. Өте керемет, таңғалып отырмыз. Рахмет. Керемет. София, саған көп-көп рахмет. Рахмет.